Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poké World Special. И давайте, ребята, сегодня мы объявим нового человека, который попал на сервер бесплатно. Да, что-то я сделал это с опозданием, но все же я немного подзабыл. Но я думаю, в этом ничего такого страшного нету. Человек, который выиграл сейчас бесплатный пропуск, все, что тебе нужно, это зайти на сайт, в личный кабинет, под своим ником. У тебя будут 150 драгон... ну, каких-то там очков, да, то есть, очко-поинтов, да, чтобы ты смог себе что-то купить. И все, что тебе нужно, это зайти в раздел доната и купить пропуск на этот сервер. Так, ну, давайте. Какой 20 января... бесплатный пропуск выиграл. И, ребята, не расстраивайтесь, если не вы выиграли, потому что, сами понимаете, много человек там участвует, и выигрывает только один, а не все 50 и не все 100. Поэтому, ребята, я прошу прощения, если не вы. Наруто-сан выиграл бесплатный пропуск. Еще раз повторяю, все, что тебе нужно, это зайти в личный кабинет на сайте, зайти в раздел доната и купить себе бесплатный пропуск на этот сервер. И ты сможешь тут играть бесплатно в течение одного месяца. Ребят, я прошу прощения, что не вы, но вы должны сами понять, что это все-таки бесплатный пропуск. То есть я как лучше пытаюсь сделать, чтобы было вам лучше, чтобы вы смогли как-никак, некоторые из вас хотя бы бесплатно тут поиграть на этом сервере, у кого нету возможности купить пропуск, но тоже поймите, не все могут попасть на этот сервер, потому что пропуски ограничены, а не все сразу 50 или 100. Я бегу сейчас на арену для того, чтобы показать, что на сервере был турнир. Я извиняюсь, то, что я не выложил турнир, потому что, ну... вкратце не получилось, да. Но все же, тут проводился турнир, и тут наши строители не сделали комнатки, да, в принципе, там ничего страшного. То есть на этом сервере и не нужны комнатки, не нужны стеклянные панели, не нужны пятислойные стены, так как на бесплатном сервере, потому что там за один турнир в баны летят человек 10-20, потому что они не понимают, что нельзя нарушать правила, и что там, знаете, есть на бесплатном сервере есть специальные зоны, где вы можете посмотреть на турнир, то есть за стеклянной стеной сверху, снизу, везде можно посмотреть на турнир. Но нет, они будут через баг, через летающих покемонов. Знаете, как это делают? То есть кидают... Нет, сначала ломают блок, кидают покемона, потом ломают блок, садятся и все застряют в стене. Потом еще ломают один блок и потом вылазят даже через пятиблочные стены. И так самым пробираются через арену. То есть они не могут через стеклянную панель смотреть, как там турнир происходит, да, им лучше все через 30 блоков пробраться на арену, чтобы посмотреть, чтобы помешать турниру и получить бан там на какое-то время, потому что нарушает правила. А тут нет, ребята, это же платный сервер, тут, в принципе, не так много людей играет, и даже если на турнире сколько там было, 23 человек, ну, в смысле, вообще тогда на сервере было, то все сидели вот тут, то есть они не бегали вокруг арены, они все вот тут послушно сидели и даже вообще ничего не делали. Участники сидели тут, вот тут, вот тут, вот тут, 4 комнатки вот такие, и даже отсюда не выбегали, потому что знали, что... они заплатили за то, чтобы играть на сервере, и нарушать правила им нету смысла. Третье место у нас занял... да ваш уж. Кто это любит баловаться вот с этим. Третье место у нас занял Грандлендс. Он вроде выбрал себе Шайни Риолу. То есть третье место он получил Шайни Риолу. Второе место Лимончик. Не буду читать это, просто Лимончик. Она вроде получила... Райквазу, она выбрала Райквазу обычную, а первая Кэшкюб, и он выиграл Шайни Гроудона вроде, да. Следующий конкурс, когда будет, я, если честно, даже не в курсе. Надеюсь, что смогу его провести как можно быстрее. Чё меня на спауне тпшит? Или сервер залагал? А фиг его знает, если честно. А если домой? А ну я сейчас перезайду.
Так, что-то вылетело, я не знаю, то ли сервер выключился и не работал несколько минут, то ли еще что-то. Но ладно, в принципе, я сейчас зашел, дай пофиг. А что я хотел? Наверное, ребятушечки, давайте-ка мы в этой серии разыграем, может, один дом. Так как там вроде дофига новых домов освободилось. Я в предыдущий раз с человеком на этом сервере, когда у нас была игра с подписчиками. Я извиняюсь, что сейчас игры с подписчиками нету в данный момент, но она, наверное, будет позже. Потому что, если честно, я сейчас просто-напросто не успел. У меня, если честно, даже времени не было, чтобы зайти, можно сказать, на сервер, а не то, что еще играть с подписчиками. Но я извиняюсь, ребята, то есть на следующей неделе я постараюсь и, наверное, попробую поиграть с подписчиками. Так, ладно. Домов тут у нас просто фигово туча. Ой. Как много свободных, потому что освободилось достаточно большое количество домов. Вот тут, например, один. Вот там вроде свободный. Два. Вот тут играет, там играет. Короче, три дома вроде занятых. Или два даже. Вот тот, что... Пикачу. Вот тот, что вот тут на первом месте. Вот этот. Как у него там ник вроде Дирлин. Да, он играл, но сейчас уже не играет, потому что он перестал. Поэтому домов тучка большая, и которые, в принципе, можно разыграть. Но я, ребята, даже не знаю, кому. Ну, давайте, я не знаю, допустим, число, фиг его знает. Потому что я сейчас любое число назову, и мне потом будут говорить, что вот, я там подстроил, что я специально выбрал того человека. Сейчас и людей не так уж много, то есть сейчас после рестарта сервера всех повыкидывало, и еще не все успели зайти. Ну, давайте, я не знаю, ребят. Ну, давайте, у нас 5 покемонов и 5... 5 раз, то есть 5 покемонов, 5 на 5, 25 получается. То есть у нас 5 покемонов и 5 раз назвать число 5. То есть давайте 25 раз. Меня пропускаем. Вроде, ну ладно, Вилтайгера я не знаю, нужен ли ему дом. Но ладно, давайте. 25 раз. Ох, как раз еще, видите, еще один человек зашел. То есть я уже никак не могу это подстроить. Вот еще один человек зашел. Я не знал, что они зайдут, поэтому я не могу выбрать какого-то человека, которого я хочу. Так, ладно, давайте начинаем вот с этого, который подо мной. Вот еще один зашел. У того, что ник 3-4-5. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Тема-йо-йо выиграл дом. Сейчас мы у него спросим, нужен ли ему вообще этот дом, а вдруг даже не нужен. Тема-йо-йо выиграл дом. Тебе он, ну, выиграл дом на спавне. Вдруг он не знает, вдруг он новенький на сервере. В принципе, так, наверное, есть. Выиграл дом на спавне. Тебе он нужен или у тебя уже есть свой? Сейчас, смотрите, Эдисон, ку, Эдисон, привет! О, Эдисон, не сервере, как дела? Сейчас, смотрите, сейчас оно будет. Потому что... Еще никто не знает, что я, в принципе, зашел на сервер, но нужен. Ну ладно, нужен так нужен. Давайте, в принципе, вот сюда, то есть... А тут... А кто это тут понаставил вот это? Это вроде... Ну я не знаю, кто тут вообще сидит, кто тут вообще играет. Давайте проверим. То есть... D2, дом 2. Region Info, дом 2. Members Aqua, Xbox PvP. Ну, Аква вроде играет, то есть он был на турнире, но босс PvP 100% не играет. Поэтому я даже не в курсе. Аква играет, но босс PvP не играет. Я не знаю, честно, ребята. А дом 3? Настроение. Настроение уже давным-давно не играет, я уже давно его не видел. Он не то, что не играет, он даже не играл, потому что у него все сундуки пустые. Ладно. Так, ТП... Тема-йо-йо. Вот сюда. Давайте выключим ваниш. Вот этот дом нужен? Я не знаю. Ой, чего Ванто зашел? Ну, ладно. Спросим, вдруг нужен? Да, спасибо. Правила знаешь? Стены не ломать, ничего не переносить, кроме вещей в доме.
Да твою мать, почему это вот так? Так. Можешь строить хоть 20 подвал. Ну, короче, можешь строить подвал, но еще один этаж нет. Короче, можешь переносить все вещи, но с постройки ничего не трогай и не ломай. Так, ладно, какой это дом 3, да? Регион, ад, мембер, дом 3, тема йо-йо. Фух, так. Еще. Потому что много людей просто забивают на дом и идут жить где-то в другом месте. Если передумаешь и не будешь пользоваться домом, просто скажи, чтобы он не простаивался. Так, раздача статуи. Ребята, вы меня запарили за этими статуями, честное слово. Всем нужна статуя. Дом... А как там написано? Я уже не помню. Как я вообще писал? Дом принадлежит? Ага. Я сейчас не буду ставить статуи. Извините. Каждый раз, когда я захожу на сервер, меня просят ставить статуи. Но это, ребята, очень долго. И, в принципе, у меня сейчас и времени нету, и желания, если честно, нету сейчас ставить статуи. Принадлежит... Тема йо-йо. Так, ладно. Идем на спаун, давайте. Так, ща. Нет, ваниш. Ваниш, идем на спаун. Я надеюсь, сейчас ты пэхнет. Да, потому что тогда реально что-то залагало. Откуда я знаю... Куда я смогу, но не сейчас, это точно. Потому что это, если я... Смотри, ребята, я ставлю статую одному чуваку, другой меня просит. Я ставлю другому, третий меня просит. Ставлю третьему, четвертый меня просит. Ставлю четвертому, пятый меня просит. Ставлю пятому, меня опять первый просит за того, что я забыл ему поменять размер. Я поменял размер первому, меня пятый опять просит для того, чтобы я ему еще одну статую поставил. Поставил еще одну статую, третий меня просит. А, можно необычного, а можно шайни. И так я, короче, еще буду тут час бегать туда-сюда, чтобы всем статуи поставить. Так, ладно. Давайте на спауне кого-то заспауним. Идите на спаун. Сейчас заспавню пару покемонов. То есть пару... пару шайни покемонов. То есть небольшая раздачка. Так, ладно. А кого бы, ребята, заспавнить? Раздача. Так, сейчас уже раздача есть. Я пишу, что идите на спавн, я сейчас заспавню вам покемонов. И чувак спрашивает, а будет раздача? Нет, чувак, нет. Какая раздача? Ты вообще о чем? Конечно, нет. Так, ладно. Кого бы заспавнить? Я даже не в курсе. О, давайте, знаете ж кого? А давайте заспавним Шайни Чимчара и Шайни Снайви. Я их даже никогда не спавнил. То есть я спавнил уже кучу Шайни Чармандеров, Сквиртлов, Маткипа вроде даже один раз спавнил. Но никогда не спавнил Шайни Снайви. Даже вроде Шайни Ашавота спавнил, но с Шайни Снайви никогда. И вроде даже, хотя Шайни Чимчар вроде один раз был, что ли, или нет. Ну, я не помню. Ну, ладно, давайте, короче, ну, где-то вот тут. Одного заспавним и сразу на противоположном покеболе, и сразу второго. Поке спаун, Снайви, Шайни. Я хочу сам посмотреть, как она выглядит, но... Опа. Сколько сразу полетело. Так, давайте, пока они там ловят Шайни Снайви, я заспавню вот тут покеспаун Чимчикрита Чимчар Шайни. Ну, видите, тут такой баг, что в какое-то время я не могу их увидеть. То есть я их спавню, и они показываются спустя хрен его знает какое время. О, вот, сейчас уже Снайви показалась или нет. Вот она.
Уже ее, походу, словили, да? Так, пока ее... О, Шани Чаризард, нифига себе. А, ну, давайте, давайте, давайте. Вот тут Поке Спаун, Алтарь, Алтария Шани. Вот там, допустим. И давайте с этой стороны заспауним еще. Фух, я даже не знаю, Поке Спауна. Дайте подумать. Дайте подумать. Я не знаю, честно. Я не знаю, я не знаю. Давайте Эликит, что ли. Эликит Шайни. Четыре покемона по всем сторонам нашего спауна, то есть возле всех покеболов. За четыре Шайни покемона. Кто словил, поздравляю. Кто нет, извините. Так, ладно. А домой, ребята, я уже так давно дома не был. Просто действительно у меня сейчас вообще времени нету. Даже не времени, то чтобы зайти на сервер, потому что у меня другие дела. Даже времени, чтобы, в принципе, за компьютером посидеть нормально. Поэтому, я не знаю, ребят. Ну, в принципе, вот дом я тогда еще строил. Я тут хотел камин сделать. Вот тут три блока, наверное, камин. Потом тут у нас кирпичик будет. Наверное, я так и сделаю, только не сейчас. Вот, например, ща. Вот тут, вот тут, вот тут. Потом вот тут у нас будет вот так. А ну, если у нас там, если у нас там, если у нас там. Где у нас вообще все блоки, потому что я забыл. Вот, 1, 2, 3. Зажигалка у нас есть? Есть. То есть это все мои ресурсы, я их не брал с гейммода. Гейммод я только включаю для того, чтобы ну, спавни шайнить или еще что-то делать. Например, вот тут. Я надеюсь, тут ничего не загорится. В принципе, тут нечего загораться. Глина же не загорается. Так. Ну, вроде вот так. Ладно, пока что давайте выключим наш камин. Остальное сделаем потом. Так, это мои... О, это выкинем, потому что это поставил. Ладно, ребята, давайте-ка мы на этом закончим уже эту серию. Серия недолгая, но все, что я хотел, я показал. То есть я показал, кто выиграл турнир. Первый турнир на этом сервере. Вроде сервер уже так долго существует, можно сказать. Ну, не прям долго-долго, но долго. Это уже можно, наверное, все поубирать. То есть новый код уже прошел. Видите, я еще до сих пор даже не убрал. Так, вот так. А, да кто тут воду включает столько? А, о, это собрать можно. То есть, кто выиграл на этом сервере турнир, я уже показал. И говорю, турнир уже давным-давно был, но я... Хотя как давно? Нет, на этой неделе. То есть, на прошлой неделе был турнир. Но все же я показал, кто его выиграл, кто какие места занял. Я извиняюсь, то, что я не выложил турнир, потому что, в принципе, были на это причины. Но все же, турнир действительно очень как-то поздно прошел, уже давным-давно сервер открылся, на турнир только сейчас. Но, ладно, то есть я потом постараюсь, гейммод 1, я потом постараюсь еще больше турниров проводить, то есть какие-то новые турниры, какие-то турниры не только сотые уровни и смешанные, а какие-то новые турниры. То есть электрические, водные и все другие, но это уже, наверное, позже. Также человек, который выиграл бесплатный пропуск на сервер, добро пожаловать сюда. Я еще раз повторюсь, если ты прослушал, все, что тебе нужно, это сейчас зайти в личный кабинет на сайте сервера BD Dragon, короче. А, ну, в принципе, ссылочка тоже есть в описании. Все, что тебе нужно, это туда зайти, зайти в личный кабинет, то есть авторизоваться на сайте твоим логином, паролем, зайти в раздел донат и купить пропуск на этот сервер. И все тебя тут ждут. Так, еще вот это нужно убрать. Опа, напугал. И все. В принципе, я все сказал. Можешь заходить, покупать. А отчет одного месяца начнется тогда, когда ты купишь себе пропуск, а не тогда, когда тебе уже его... Когда тебе дали поинты для того, чтобы ты его себе купил. Но все же тебя тут ждут. Если ты не зайдешь на этот сервер в течение нескольких дней, что я сказал вообще, то твой пропуск, к сожалению, заберут и дадут другому человеку. Потому что если ты подаешь заявку на бесплатный пропуск, тебе нужно тут играть. То есть ты себе забираешь пропуск, но ты тут не играешь. Тем самым ты не даешь играть тут другим людям. Но все же, ребята,
На сайте обновилась наша... О, это там Shiny? Гравеллер? Ну ладно. На сайте обновилась... каком нафиг сайте? В группе ВКонтакте, ссылочка тоже есть в описании. Обновилась темка... С заявками, то есть новые заявки до 30 января. Вы можете зайти, подать заявку и попытать удачу, и может именно вы выиграете бесплатный пропуск на сервер. Все, что вам нужно, это просто зайти, прочитать правила, подать заявку и ожидать. Ребята, давайте там закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хотел посмотреть CF5, но я невидимый. Давайте выключим. Вот так. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что эта серия наберет хотя бы 100 лайков, потому что я стараюсь сделать вам какое-то разнообразие, не только одиночный пиксельмон, а также игра на сервере, турниры, может иногда прохождение некоторых карт или мини-игры. Но все же, я надеюсь, вам это нравится. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.